Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию. Как стало известно, 84 родственника погибших в результате крушения малайзийского «Боинг» в Донбассе в июле 2014 года намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. Об этом сообщил телеканал Russia Today со ссылкой на заявление председателя окружного суда в Гааге, где 9 марта начался процесс по делу рейса MH17. Известно, что на данный момент 49 родственников погибших заявили о намерении выступить в суде. 82 человека собираются сделать это письменно. 84 родственника погибших сообщили, что будут требовать от виновных денежной компенсации. При этом сообщается, что еще не все родные пассажиров погибшего рейса определились со своей позицией. По делу о крушении гражданского самолета четверым фигурантам предъявлено заочное обвинение. Трое из них граждане России и один украинец. Следователи полагают, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», который был тайно ввезен на территорию ДНР из России, а после атаки возвращен обратно. В Москве называют следствие по делу однобоким и предвзятым. Самолет Boeing 777 потерпел катастрофу в районе Донецка 17 июля 2014 года. Самолет следовал по незакрытой воздушной трассе над районом боевых действий в Донбассе. Все находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры погибли. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.